Всем привет, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы продолжаем играть на OneState, и в этом видеоролике я вам покажу новые действующие промокоды на проекте OneState. Вы также сможете все эти промокодики вписать на свой аккаунт и получить действительно кучу денег, донат-валюту, также расходные материалы и также машины абсолютно бесплатно. Поэтому, ребята, обязательно ставь лайк, обязательно подписывайся. И, кстати говоря, если ты еще не играешь на OneState, то я рекомендую, играйте вместе со мной. Ссылочка на скачивание проекта у нас есть в описании. Это, ребята, GTA 5 на ваше мобильное устройство с картой GTA 5. И, конечно же, здесь много фракций, работ, тачек и так далее. Но также после регистрации не забудь писать мой промокодик. Это сделать вот так вот, максимально просто. На андроидах будет такой вот тикет, да. Либо же в главном меню. Он также у тебя появится вот здесь, да. Или же если у тебя айфоны, айпады, макбуки, то в таком случае этого тикета не будет, у тебя будет ссылочка, где можно будет писать данный промокодик, получить все то же самое. Поэтому, ребят, нажимая сюда, вы должны будете вписать промокодик Федора, благодаря которому, смотрите, первые три счастливчика при нажатии кнопки «Получить» мы получаем AMG GT S90. Ребята, это премиальная машина, которая будет дана тебе по этому промокоду. Остальные ребята, кто не успеет в числе первых писать данный промокодик и получить машину, будут получать валюту в размере 100 тысяч, да, кстати говоря, если мне отправишь ВКонтакте сообщение о том, что ты ввел мой промокодик, то лично от себя, так сказать, еще помогу тебе на ход ноги, дам еще сверху 100 тысяч. Таким образом, ты получаешь по промокодику действительно неплохо так денег. И, кстати говоря, мы также проводим конкурс на 1000 валюты на OneState, а условия максимально просты. Победитель прошлого у вас на экранах. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях слово «участвую». Чем больше будет комментариев словом «участвую», тем и выше твои шансы на победу. Рекомендую писать различные комментарии, чтобы не попасть в спам-фильтр. Итак, ребята, вот такую вот машину мы уже получили по моему промокодику. Я думаю, каждому из вас обязательно нужна валюта для того, чтобы прокачать данную машину. И потому давайте-ка прямо сейчас следующим промокодиком мы впишем промокодик на 50 тысяч валюты на, получается, OneState. Это первый сервер. Промокодик максимально простой, B5, вот такой, ребята, промокодик, и нажимаем, получаем, ой, я с нулями переборщил. Ребят, 50 тысяч здесь будет, это будет на 10 активаций, ну, мне нормально. Вот, надеюсь, что я не забуду исправить, и таким образом я смогу вам раздать эти 50 тысяч, и вы сможете спокойно воспользоваться данной валютой и прокачать себе автомобиль. Хотя бы немножечко, но я думаю, этой валюты будет вполне достаточно для прокачки вашего автомобиля. Следующий промокодик, я думаю, что каждому очень нужен, а в частности, ребята, это промокодик на ремкомплект К01КН. Данный промокодик, ребята, мы нажимаем «Получить» и получаем ремкомплект в количестве 5 штук. В принципе, это неплохо, согласитесь, ремкомплект всегда важен и нужен. Как только вы сломаете машину, вы сразу же сможете ее починить, и таким образом не будете на это затрачивать какие-либо средства. Кстати говоря, я думаю, что на OneState, если вдруг вы будете нарушать закон, ведь тут нужно отыгрывать свою роль, играя по ролям, то в таком случае вас могут посадить в тюрягу. И никому не хотелось бы, конечно же, сидеть в тюряге, поэтому прямо сейчас я даю вам карточки выхода из тюрьмы в количестве также 5 штук, и, ребята, ими вы сможете воспользоваться. Кстати, не один, а L, получается 2К. Вот такой, ребята, промокодик. Нажимаем «Применить», получаем 5 карточек выхода из тюрьмы. Ребята, предыдущий и этот промокодик у вас будут по 20 активаций на OneState на первом сервере, поэтому обязательно его используйте. Я думаю, что каждому из вас также нужна донат-валюта, чтобы можно было открыть какие-нибудь кейсы. Да, кейсы очень тоже важны, поэтому, ребята, давайте-ка вместе с вами мы прямо сейчас донат-валюту тоже введем, промокодик на 1000. На 1000 донат-валюты, поэтому, ребята, успевайте. И опять-таки, промокодик это 3F, ребята, JET. Получается, у, вот такой, ребята, промокодик, введя который мы получаем 1000 донат
валюты 10 тысяч. Нет, надо это исправить тоже. Что-то я переборщил с валютой. Вот, таким образом, ребята, вы получаете себе 1000 донат валюты. Всего будет 2 активации, ребята. Всего 2 активации, 2 человека смогут спокойно заполучить донат валюту на сервере One State и таким образом открыть какой-нибудь кейсик. То есть кейсиков-то, ребята, здесь много. Вот, посмотри, то есть ты можешь открыть сразу лимитированный кейс и открыть отсюда либо деньги, либо же машину. Или же открыть, допустим, вот такой вот лимитированный кейс, Далиан Сюрприз или Суприм, или же эпический кейс. Ребята, тебе, я думаю, хватит на открытие этих кейсов. И ты сможешь спокойно воспользоваться данной валютой и попытаться выбить себе какую-нибудь дополнительную еще одну машину. Так, ну что же, а теперь, ребята, прямо сейчас мы вводим еще один промокодик. Это промо, ребята, RV, получается, L3X. Вот такой, ребята, промокодик, который даст тебе Асмогель тоже в количестве 5 штук. Тоже будет у нас 20 активаций. И, ребята, последний промокод на сегодня. Вы можете получить всего 5 активаций у нас будет по этому промокоду. Вы сможете получить себе, а именно УАЗ ТАЗ Рига бесплатно, на халяву. Спокойно можешь забрать себе данную машину. Так сказать, у тебя будет, по сути, возможность забрать 2 машины на One State и получить донат валюту, получить обычную валюту и кучу расходников. И таким образом кайфовать на One State на первом сервере. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте то, что как только выходят ролики про промокоды, лучше сразу же залетать и сразу же их вводить. Напоминаю, мы играем на первом сервере. И не забывайте о моем конкурсе на также 1000 донат валюты. Я ее разыгрываю прямо сейчас. Обязательно пиши в комментариях слово «участвую». Всем пока, друзья!